Видите, пока нет никаких дефектов, все красиво, ровненько. Сценация сделана хорошо. Свет в конце тоннеля. Роман Филиппов видит на мониторе, как робот на специальной платформе движется внутри трубопровода. С помощью поворотной видеокамеры можно отследить все, что попадается на пути. Такая подземная прогулка позволяет оценить техническое состояние сетей без производства раскопок. Можно сократить затраты и свести к минимуму неудобства для граждан. Основная наша работа, мы осматриваем сети канализации, чтобы предотвратить дальнейшие разрушения, допустим, сети, чтобы не было аварийных ситуаций. Ну и непосредственно аварийные ситуации смотрим, где происходят провалы на дорогах. Осматриваем сеть, чтобы у нас не было дефектов трубы. Магистральный водовод Гаева-Закамск обновляют бестраншейным способом с помощью современных технологий. Одна из них – санация ЦПП. Чтобы проникнуть внутрь водовода, рабочие вырезают фрагменты трубы, так называемые горбушки. А после очистки на внутреннюю поверхность сетей наносится цементно-песчаное покрытие толщиной в 12 мм. Это продлевает жизнь водопровода более чем на 25 лет. Чистим ершами, пыжами, затем смотрим на наличие раковин, свещей. Если свещи есть, их завариваем. Изоляция сама наносится машинкой, которая динамически разбрызгивает вот этот цемент, цементно-песчаное покрытие. Вырезаем горбушки, все. Потом, когда изоляцию сделали, горбушки завариваем обратно. С помощью теледиагностики Новогорприкамья оценивают качество работы подрядных организаций. В этом сезоне планируют определить техническое состояние также нескольких железобетонных и керамических коллекторов больших диаметров, проложенных в середине прошлого века. Первые на очереди те, что находятся в Кировском и Дзержинском районах. Всего этим летом в Перми будет обследовано с помощью теледиагностики около 7 километров сетей, канализации и водопровода. Елена Иговцева, Александр Худяков, телевизионная служба новостей.